Всем привет, друзья, с вами Неломоб. Мы поиграем сейчас в игру под названием Magic Kingdoms. Ну, то есть, магическое или какое-то там такое королевство. Это игра от компании Disney. Это игра от компании Gameloft. Вот у нас Микки Маус. Нажимаем. О, нет, эти земли пали жертвой зловещего проклятия. Худшего из проклятий. Нужно победить тьму и восстановить королевство. Предстоит много работы. Похоже, нам понадобится герой особо крупных размеров. Кто это? Это кто выключил свет? А куда все подевались? Надо осмотреться и понять, что здесь происходит. Отправить Микки на поиски ответов. Вперед. Так, еще раз вперед. Куда это Микки побежал? Он ищет ответы. Он ищет под водой. Он встал на мостик, ушел оттуда. Наблюдает. Что он делает? Кита получил бонусы, какую-то миндалику. Ух ты, колдун появился. Синий. В королевстве совсем пусто. Куда все подевались? Так темно. Похоже, на нас наложили проклятие. А что это за странный жетон? Позже выясню, для чего этот жетон нужен. Так, Микки прибежал. Что он хочет? Нажимаем на него. Хорошо, что бесстрашный хранитель нашего королевства не попал под воздействие проклятия. Магии здесь почти не осталось, но совсем скоро мы пополним свой запас. А пока используем магию, чтобы убрать тьму, окружившую замок. Сними проклятие с замка. Вперед. Нажимаем на замок. Убрать проклятие за 50. 30 секунд надо ждать, вы издеваетесь? Я так не могу долго ждать, вы что? Какое я могу двигать картой? Нет, придется подождать. Ну ладно. Так, похоже на то, что у нас снялось проклятие с королевства. Мы сняли с нее тьму, и наше королевство теперь стало очень красивым, очень. Микки пошел в королевство. Ну, пока что игра совсем не сложная. Ура, получилось, значит, магия еще здесь. Нужно только ее найти. Если мы произведем достаточно счастья и радости, то сможем найти больше магии, восстановить королевство и убрать проклятие. Проклятие можно побороть наградой. Тот, кто это сделал, не обрадуется. Будь начеку. 5. Я ему дал 5. Ух ты, мне дали какие-то штуковины. Выполняй задания и различные действия. Собирай магию и алмазы. Покупай здания и персонажей. Понял? На Микки нажимаем. Мне кажется, что я уже видел эти жетоны в одной из моих книг. Интересно, могут ли они нам вернуть друзей? Ну, не узнаем, если не попробуем. Приведи друга. Книгу нажать. Ух ты, Гуфи. Микки Маус и его друзья. Гуфи. Опа, позвать. В подарок. Гуфи. Нажимаем на Гуфи. И у нас в нашем королевстве появился Гуфи. Тут-ту-ту, машет нам ручкой. Привет, Гуфи. Гуфи, я так рад тебе видеть, что случилось. Микки, сначала там было так темно, а потом внезапно бум, и я исчез. Точно поможет мне вернуть радость в королевство. Он точно поможет. 5 даем. 5 Микки Маусу даем, 5. Собрать жетоны, приглашай и развивай персонажей. Хорошо. Гуфи хочет что-то мне рассказать. Я не знаю наверняка, в чем дело, Гуфи, но в королевстве большая беда. Не бойся, я помогу тебе, Микки. Беда — это мое второе имя. Я знал, что могу на тебя рассчитывать. Давай, дай лапу. Отправь Микки навстречу Гуфи. Вперед. Так, праздник, вперед. Так, они там что-то играют, прыгают вместе вдвоем, играют. Не могу понять пока, что они там затевают. Ну вот, мое королевство довольно-таки большое, здесь так столько всяких аттракционов. О, кажется, закончилось это. Мы с тобой отличная команда. Уверен, мы в два счета спасем королевство. За работу! 5 даем, Гуфи. 5. О, сколько всего магии. И куда же все подевалось? Предлагаю не терять время и поискать какие-нибудь подсказки. Отправь Микки на поиски подсказок. Так, вперед. 17 секунд. Ё-моё, куда он пошел искать подсказки? Какой-то телепорт. Ого. Так, что здесь? Гриб, что там произошло?
Вороны напали на Микки. Он бегает как сумасшедший, кружит, наматывает круги. Так, окей. Микки что-то разузнал? По-моему, ничего не разузнал. Но вороны дальше летают. Как их... О, маг прилетел. Что он мне скажет? Врата страха, их раньше здесь не было. Какие-то эти вороны не очень приветливые. В любом случае, этим жутким птицам здесь не место. Еще не встретил ни одной птички, которая бы мне не понравилась. Но все бывает первый раз. Даем 5. Микки. О, всякое добро подбираем. Уровень, наверное, тут можно еще качать. Так, нельзя, чтобы вороны кружили над вратами. Надо бы разогнать их. Привет, воронье. Может, вам лучше улететь отсюда? Отправить Микки разогнать ворон. Так, вперед. Ой-ой-ой. Опа. Раз ворона. Два ворона. Три ворона. Получилось. Не скажу, что все прошло гладко, но это лучше, чем ничего. Да, я опять. Опа. Еще получили всякие плюшки. На эти два врата наложено проклятие, но мы должны открыть их. Вперед. О! Это же собачка, как же ее зовут? Это не Гуфи, а как же ее звали? Поздравляем. О, новый уровень. 3 диаманта. Так, столько всего мне надавали. Подбираем. Все забрали и заходим в этот портал. Разрушили его, и у нас, по идее, открылась новая локация. Ух ты. Ух ты, мух ты. Вот тут тоже это американские горки, но в целом пока сгодится. Нам понадобится очень много магии, чтобы наконец побороть проклятие. Именно поэтому нам нужно больше магии. Даем 5. Выполни задание семи проклятий с некоторых участков с помощью магии. Установи новые аттракционы. Так, все происходит больше. Теперь у нас есть... Все для того, чтобы вступить в бой с темными силами. Чего мы ждем? За дело. Поработай с магией. Так, нажимаем. Убрать проклятие. Да. Снова 30 секунд ждать. Ну, мы это должны убрать как-то быстрее. Пока осмотримся в окрестности. Железная дорога. В итоге мы проберемся вот сюда и снимем проклятие с этих аттракционов. Так, 8 секунд, 7 уже. Здесь так красиво. Это вход, я так понимаю. К нам потом придут в гости посетители, возможно. Так, что-то там произошло уже. Ага, надо теперь поводить здесь. Невероятно, кто-то осмелился пойти против моей черной магии. Скоро они узнают, что... Теперь это королевство мое. Браво! Чем больше участков ты сможешь освободить от действия проклятия, тем сильнее мы станем. 5. Все. Кто-то приехал. О, это же плохие люди какие-то. Эй, похоже, это подходящее место для хорошего отдыха. Особенно после того, как здесь перестали веселиться. Без детишек тут, наконец-то, мир и покой. Думаю, можно назвать это место домом. О, привет, Пит, тебе нравится королевство? Да-да, королевство просто чудесное. Нам нужно как-то бороться с Питом. Так, сам бы я не справился, нам удалось освободить часть королевства от проклятия. К сожалению, радости и смеха здесь тоже нет. И это проблема, но выход есть. Займемся строительством, чтобы наши друзья могли вернуться. Давай начнем с аттракциона «Колесо веселья Микки Мауса». Так, строим аттракцион, магазин, здание... Колесо веселья 200. Так, нажми и удерживай. Нажми и перетягивай, чтобы переместить аттракцион. Подтверди покупку. Так, подтверди покупку или перемещение. Поворачивай аттракцион. Сохрани аттракцион. Отмена покупки или перемещение. Вот у меня такой аттракциончик сейчас будет. Надо как-то место, наверное, экономить. Поставить его так. Вот. Прямо на входе, что ли? Тут все красное. Вот тут давайте тогда ставим. Хорошо. Можно повернуть еще. О, вот так мне больше нравится. О, у меня есть алмазы, которые могут ускорить действие магии. Алмазы. Нажимаем. За один алмаз можем 40 секунд сэкономить. Но алмазы, я так подозреваю, ребята, еще нам пригодятся. Подождем. Аттракцион готов. Дружище, после того, как мы отстроили королевство веселья, кое-кто из друзей решил вернуться в королевство. Отлично, здесь уже намного веселее.
Эй, ты, я же говорил, что не хочу, чтобы здесь звучал смех. Убирайся. Ни за что, Пит. Нам всем придется ударно потрудиться, чтобы вернуть радость в королевство. Слушай, мышь, меня интересует только моя собственная радость. Так что делай, что тебе говорят. Ого, сколько заданий. Гуфи что-то хочет. Нужно помочь Микки. Возьму свой верный молоток и начну. В конце концов, в королевстве нет официального мастера на все руки. Отправить Гуфи смотреть колесо веселья. Поставить одну обычную скамейку. Так. Так, 15 секунд. Гуфи пошел осматривать. А это что? Пит, почему ты пугаешь наших друзей? Почему они веселятся? А веселье это всегда шум. А почему они веселятся? А веселье это всегда шум и пение и вопли. Они не дают мне нормально жить, и они намерены это терпеть. Положись на меня, Гуф. Я просто спокойно поговорю с стариной Питом. Так, отправь Микки успокоить Пита. Так, вперед. Так, он пошел разговаривать. Куда это? А он за ним бегает просто-напросто. Сейчас будет драка, наверное. Он его пнул. Смотрите, он его пнул. А мы тут радость добываем с Катсуона тем временем. Как мне спасти Микки? Микки, дерись с ним. Поговорить с Питом. Ой, как-то он не сильно у него получилось с ним. Отличная попытка, в следующий раз я не буду таким дружелюбным. Ну, ничего себе дружелюбным. Каким же гадким ты иногда бываешь. Ха-ха. Да я не один тут такой. Я уверен, что Пит больше не доставит нам проблем. Ну, не знаю, не знаю. Зато мы получили полно всяких штуковин. Гуф, я тут подумал, что если мы хотим решить проблемы, нам нужно местечко, где можно все обдумать. И еще отдохнуть и выпить горячего шоколада. Да, было бы круто, если бы мы нашли подходящее место для всего сразу. Есть такое место, называется оно домом. Построй домик Микки. Строим домик Микки. Домик Микки Мауса. А куда? Развернуть так, развернуть сяк, развернуть вот так. Ну, вот это неплохая мне так вроде позиция. Вот рядышком поставим. Вот так. Все, 12 секунд строится. Что у нас тем временем есть еще? О, магазин появился. Почему-то знак восклицания. Здание. Домик Плуто. Ого-го-го-го. Не, ну эти камни как-то нравятся. Столько всего интересного. Ну вот, теперь можно все хорошенько обдумать и отдохнуть. Дружище, я такой хочу. Теперь у нас есть место, где можно строить планы. Давай опять. Хорошо. Это все само собирается или нужно нажимать? А, не, само собирается. Отлично. Вот тут еще даже. Опа, нажал. Шарик. Ого. Гуфи, шарик получил. Интересно. Так, а что мы можем сделать еще, Гуфи? Привет, Гуфи. Съешь бутерброд. Улучши Гуфи третьего уровня. Ага, разные можно задания ему давать. Гуфи, можно... поставить одну обычную скамейку. Точно. Обычная скамейка, уличный фонарь, куст роз. Так, скамейку. Ну, пускай. Я хочу ее как-то развернуть. Можно? Ну, так как я хочу, не получается. Но, возможно, здесь ее не поставить. Можем попробовать вот здесь ее поставить, развернуть. Тут тоже места не хватит. Тут тоже места не хватает, к сожалению. Возможно, вот тут. Тут точно должно хватить места для скамейки. Чтобы люди смотрели, как люди катаются на аттракционах и кушали что-то вкусное. Микки, как думаешь, я смогу получить должность мастера на все руки в королевстве? Гуфи, но в королевстве такой должности нет. Ну ладно. Но теперь она есть. Поздравляю, дружище. Даем 5, Гуфи. Оу. Так, получили еще всякие штуки. Знак восклицания. Что у нас? Какой-то клад. Поздравляем! У-ху! Что случилось? Новый уровень. Круто. Новый уровень. Диамантик нужно. Что здесь еще? Ты принес горячий шоколад. Я его просто обожаю. Как ты узнал, дружище? Это все потому, что я твой лучший друг. А теперь давай вместе подумаем, как разобраться с неприятностями, которые доставил Пит, и вернуть радость в королевство. Отправь Микки составить план действий. Вперед, 10 секунд. Так, побежал составлять план. Вот тут мы нажали. Что у нас в магазине? Здание. 60. О, тут все за диаманты вот эти. Ого, меч в камне. Экскалибур. Круто. Так, у Микки кажется. Итак, что мы решили?
мы решили собрать группу с Питом. Правда? Кажется, мне пора завязывать с горячим шоколадом. Бред какой-то. Так. Если Пит займется музыкой, у него не будет времени, чтобы беспокоить наших друзей. Интересное. Какая удача. Королевство растет. И у нас появляется больше возможностей вернуть самых важных жителей. Пригласить шерифа. О, шериф! Ребята из истории игрушек. Это же круто. Шериф. Что здесь, шапку? Вуди. Вперед. Шериф пришел. 2 минуты. Проверить колесо веселья Микки Мауса. Микки, так. Гуфи приносит шапочку Вуди. Микки приносит звезду шерифа. Домик Микки приносит мячик Люксо. Встречай. Ага, отлично. Ничего себе, как тут все запущено. Ребята, игра очень такая, довольно-таки... О, мячик. Игра очень крутая. Пригласить шерифа вперед. Ну. Так, купить. Не-не-не-не, он должен сейчас там как-то сам прийти. Так, вроде бы пока что все у нас идет хорошо. Я продолжу в эту игру играть. Если же, конечно же, вы нажмете лайк, поддержите меня, напишите свой комментарий. Мы будем дальше бороться с темнотой, бороться с этой злой магией. И будем дальше развивать наше королевство Диснея, королевство Микки. А с вами был Неломоб. До скорой встречи. Пока-пока.